Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в Grove Empire Room. Imperium Room. В общем, что у нас произошло? Я докачался до 70-го, и мне открыли на 60-м, на 69-м уровне вторую баллисту. Точнее, четвертую, ну, вторую здесь. А также на карте немного позахватывал. Как вы видите, у нас уже 612. Монет в минуту идет. Так, стоп, не туда зашел. Вот, позахватывал тут приличную такую территорию. Вот, начал нормально выпиливать, так как сейчас, секунду, закупился себе дополнительными войсками. Решил не копить на героя и набрал себе вот на дополнительные войска как раз. Вот, это конница. Кто там у нас? Копейщики, копьеметатели и конница. Вот, теперь у нас армия так увеличилась, неплохо. Нам за два захода, получается, можно сходить. Вот, и сейчас давайте, вот уже 24 уровень, кстати, начал качивать себя в боевой клич. Активно докачал вот это и в опыт. Ну, короче, 3 я скидываю в опыт, 3 я скидываю в боевой клич. Ладно, поехали. Так, у нас здесь копейщики, запускаемся. Сразу прям катапульты по ним. Да, сейчас теперь стало намного лучше. Я в героя немного вкачался еще. Подумываю, конечно же, о новом герое. Но я хочу этого чувака на коне, но он стоит слишком дорого. Поэтому как бы для меня сейчас он в не зоне доступа. Да, 4 баллисты, в принципе, фигачат неплохо. Я также их прокачал. Поэтому они, конечно же, наносят больше урона. Вот, каждая за залп. Но, и плюс у меня стены неплохо держатся, так что я не переживаю по поводу, что меня снесут. Вот, еще чуть-чуть, 2. Так, значит, на 210-й волне будут баллисты. Ой, точнее, конница. Ой, какая конница, слоны. Слоны, да. Будут слоны на 210-й волне. Блин, герой жалко так подыхает быстро. Можно, конечно, прокачаться, чтобы там у героя ХП побольше было, но не. Пока мне нужно только атаку и этот... Как его? И... Ну, ХП и... Да, и вот это вот усиление атаки. А то 9% это так себе. Процентов там хотя бы до 21 добить. И думаю, наверное, будет достаточно на данное время. Потом пойдем уже в опыт активно. Ну, давайте, добейте кто-нибудь его. А, там лучники справляются с этим хорошо. 210-я волна. Так, переходим на копья. Потому что сейчас пойдут слоны. Вот, так что сразу переходим на копья и на валуны. Так. Давно хотел валун прокачать. Неплохо. 4000 от 50 осталось, правда. Так, ну тут копья везде качаются. Так, у нас есть, ну, кристалл один нам не поможет. Все, погнали. А вот и слоны. Да, здравствуют слоны. А, извиняюсь. Вот это копья. Как мы кладем слонов идеально. 4 слона на этот раз. Просто один выстрел, пол хп нету. Второй выстрел, слона нету. Считаю это идеальным. Так, плюс 5 кристаллов. Все, можем менять теперь на... Так, вот на эту обратно. Там нам, прокачивая дальше стены, нам должны открыть еще этим. Баллисту вторую. Но я не знаю, там на каком уровне это будет. Ну и все деньги сейчас мы тратим в прокачку. Так, о, конница пошла, прекрасно. Да, теперь у нас, конечно, катапульта и баллисты атакуют очень неплохо. Я бы сказал, даже очень солидно. Так, усиляем мы на 9% атаку. Просто сейчас мы, скорее всего, апнемся. Я на это надеюсь. До 25-го. И там уже... Так, давайте еще копейщиков. Валунами тяжело... О, все, 3 экспы получили. Сейчас мы, у нас будет плюс 12 к атаке. И мы потом в дальнейшем пойдем в этот... атаковать. Так, все, продолжаем. Бабки я заработал. Опять вылетел, конечно же, реклама, куда же без нее. Так, и генерал. Ну, мы, наверное, вот
Хотя, может, в экспу вкачаться? Тогда экспа будет побыстрее. Потому что эта усилялка-то, она не в принципе не так сильно-то мне и помогает. Давайте я лучше в экспу вкачаюсь. Плюс 4% лучше будет, мне кажется. Так, у нас есть вариант. Либо за 10, либо за 15. Либо давайте в стены вкинемся. 75-й как-никак надо уже вкачивать скорее. Вот баллистами, если бы они убивали за один выстрел хотя бы парочку, было бы идеально прям. Но теперь у нас больше экспы идет, и я думаю, что у нас будет все замечательно. Так, ну-ка. Да, когда баллисты в упор стреляют, вообще шикарно. Ну, вы меня все равно не вынесете, но... Хотя шансов у них есть много на это, что меня они вынесут. Давайте. А, ладно, повезло. Прям очень повезло. Так, 10 тысяч. Ну, в баллисты, в катапульты вкачаемся. Давайте пойдем на карту. 330 монет. О, 940. Замечательно. Пойдемте поатакуем, попробуем. Оу, косарь 300 надо. Ну ладно. Тогда сделаем немного по-другому. Я тут до второго уровня вот парочку вкачал уже. И многих захватил. Так что давайте продолжим захват активно. Так, какие у нас тут 34 уровни. Да, тут уже легкий, конечно, но не настолько он и легкий. Захват. Сейчас кристаллов наберем, прокачаемся. О, а я могу поменять? Нет, не могу. Так. А у них копейщиков много. Разных. Копьеметателей немного. А кого же мы против них поставим? Поставим-ка мы против них копейщиков. У них две волны, как вы понимаете. Вот, это второе их подкрепление. Но с первыми мы вот кучей справились спокойно. Вторых, я не знаю, успеем мы призвать или нет. Ну, успеем, наверное. Вот этих призовем. С этим мы справляемся на изи. То есть, вот тут кристаллов себе прям можно набрать огромное количество. Даже донатить не обязательно. Просто собирайте. Главное смотреть, против кого идем. Так, здесь конницы много. Ну, вот здесь вот точно копейщики все идут. Так, тут неплохо. Ну, прям даже хорошо, я бы сказал, идем. Остались только эти сосунки. Зря я усилил наших. Ну ладно, сейчас подкрепление тем более идет. А, не успел. Жалко, что за это сундуки не дают, только кристаллы. Но нафармить кристаллов здесь очень-очень-очень-очень-очень много можно. И поэтому я считаю прям неплохо так. Если еще армию свою подкачать, я там ее прокачал, то есть я там вне серии, естественно, фармил. Так. Вот, то есть если еще сильнее их прокачать, то, конечно же, они будут прям тащить-тащить. Но пока что они и так хорошо тащат. О, вот это плохо. То, что у меня сейчас ребят не остается. О, нет, все нормально даже вышло. 1800 мне очень сильно помогло. Так, сколько нам? Ну, короче, все, что мы можем захватить сейчас, это, конечно, хорошо, но такое себе. Оу. Оу. Я просто смотрю, мы 35 уровень захватываем, а 8 и 9 даже... А, 8 и 9 уже по разу захвачены. И тут, наверное... А, и тут все по разу захвачены, все. Я что-то смотрю, думаю, что-то у нас странно как-то. Мы уже там легкое прошли. Я набрал себе 100 там с чем-то кристаллов. Хотел их, думаю, куплю себе героя. Потом думаю, нафиг мне герой. Хрен с героем. Так, блин, а копьеметателей тут много. Фигово. Благо валуны неплохо наносят. Прямо очень неплохо. Так, ну давайте усилим их. Ладно, это я пока оставлю. Ой, блин. Да, стрелы, конечно, не успевают почти все время атаковать. Но, благо, единственный плюс, вот мы уже 10 кристаллов набрали. Можем зайти к нашему герою. Давно хотел это сделать. И... Ага. Стоп, секунду.
Так, у нас 34-й, нам надо сейчас просто 4 кристалла. То есть, ну вот, давайте сейчас 4 локации пройдем быстренько. Я заработаю 4 кристалла и прокачаю нашего воина. И тогда у нас появится, он будет 36-го. И у нас появится третий воин. О, так, копейщиков мало. Вот здесь можно конницу выпустить. Она прям неплохо затащит. Тем более ее много. И они очень топовые, ребята. Так, эти прут. Все, вперед. Да, побеждаем мы, конечно, на изи. Ну, я все локации, по факту, вот мы сейчас защищаем их до, ну, на легком. Потом на некоторые уже защитил на сложном, но это было прям, ну, муторно. Так, копейщиков много, очень много копейщиков, поэтому мы выпустим вот так. Оу, а, нет, это копейщики, все правильно. Ё-моё, меня так сильно прижали прям к базе. Оу, да это вот это плохо. Так, давай. Урон, давай, ребята, давай. Фух, умудрились победить. Так, у нас уже два, надо еще два забить где-нибудь. Так, какие там уровни надо ставить? Вот 39 и 40 сейчас мы затащим. Ну и в дальнейшем, если мы прокачаем ребят хотя бы всех до 8, наверное, я уже пойду на сложные уровни. Чисто под зачистку всей карты. Так это все дальники, ё-моё. А я-то думал, ой, как у меня армия это редеет жестко. Но мы вытянули. Что, кстати, забавно. Все. Давай. Еще последнего осталось 40-го пройти и все. Блин, это реклама, конечно. Можно там какую-то хрень купить, которая тебе не будет вот так рекламу спамить. Но бред полный, если честно. Так, я же могу тебя прокачать? Я тебя могу пока прокачать. Так, так, ну ладно, давайте рискнем вот так пойти. Тем более у нас там вон картечью. Мы неплохо так засадили по всем. И у нас еще, вон, смотрю, конницы много живой. Это хорошо, как минимум. Все. Замечательно. Так, валим отсюда. О, там карты получили за что-то. Так, это можно в баллисту вкачать. И наш третий старый добрый рыцарь. Да, все, теперь у нас три рыцаря. Теперь мы, естественно, будем тащить лучше. Давайте попробуем. Ну, почти, кстати, добили. Вон, смотрю, одного. Я бы конницу выпустил. Они мне, в принципе, неплохо прокачаны. Да и остальные, конечно, тоже неплохо прокачаны. Герой до сих пор был жив. Да сколько он тут сражался-то? Если бы не их конница, я бы, конечно, выпустил сейчас героев. Но на следующем 20, там, каком, 6 уровне мы прокачаем себе атаку. Поэтому нас уже будет не одолеть. Давайте выпустим конницу. Там один остался. Так, сейчас рекламку быстро посмотрю. Так, все, рекламка прошла, и у нас 17 тысяч. Ну, не знаю, давайте в стены вкачаемся побольше. Они там у нас вот железочками обросли. Меня интересует, когда уже баллисты такие вот тоже будут как стены из бревен, такие крепкие-крепкие, а то они хлипенькие какие-то. Ладно, давайте пройдем последнюю волну и будем на этом потихоньку заканчивать. На тебе, блин. Конечно, да, вкачиваемся мы очень неплохо, но денег надо огромное количество, просто огромнейшее количество денег надо, чтобы просто тащить. А, кстати, точно, мы же еще этот, так ни разу и не сбегали на обычные задания, сейчас мы еще и туда сходим, если меня, конечно, тут не загасят. Я только крепость прокачал, а вы меня уже кромсаете. Ну-ка, давай, выходи.
Лучники, вы чё там? Тупят, стоят. Так, все, давайте-ка. У меня теперь деньги есть, 11 тысяч. Сейчас мы сбегаем на какой-то там, на 50 уровень. В общем, я подумал, что таран мне нафиг не нужен здесь. А таран я поставлю во вторую стойку, потому что его все равно сносят. Полностью. Вот, поэтому как бы мне сейчас лучше атакующих ребят, как раз таки они сейчас затащат. Тем более у меня с героем плюс 3 воина, что не, ну, что меня очень сильно радует. Вот, и сейчас ребятки хоть как-то тут кого-то снесут. Я... Главное, чтобы они пехоту снесли мне. Неважно, нападут они на ворота, не нападут, это вообще, ну, не обязательно, как бы. Во, потому что главное это таран. А, потому что таран сейчас будет тащить... Да и все мои ребята сейчас будут тащить. Вон он там наш даже таран доталкивает всех. В упор. Я давно эту уже стратегию разработал. После того, как пару раз закатал с помощью тарана. Так, все, продолжаем. Сейчас мы прокачаем еще локацию, чтобы по 15 монет в минутку получать 631. Неплохо, неплохо идет деньжат. Давайте тогда на этом пока что мы будем заканчивать. В следующей серии я, наверное, подкоплю еще деньжат. Потому что надо прям подкопить, надо прям, очень много надо подкопить. А, потому что надо докачать хотя бы до 5-го копейщиков и хотя бы до 5-го конницу. Но это будет очень сложно, так как она сейчас на 2-м, и чтобы мне прокачать просто 2 раза, надо будет где-то пол мульта. Потому что 127 тысяч стоит первая прокачка, вторая будет стоить где-нибудь 135-140. Это, считайте, уже, ну, 270 тысяч. И потом еще на следующий уровень, там еще где-нибудь 180 тысяч будет стоить прокачка. Поэтому, да, конницу, если, конечно, прокачаю, будет вообще топово. Но тут копейщики, копии метателя, стоят по 314 тысяч. Это вообще какая-то имба жесткая. 314 тысяч просто за вот эту хрень. Это тупо, чтобы перевести их на 5 уровень, мне надо миллион. Чтобы просто у меня копейщики стали... Такого класса мне надо миллион. Это мне надо фармить пару дней. Реально пару дней. То есть пару волн вот тут вот пройти спокойно. Потому что без этого я как бы не смогу. Вот. Ну ладно, я на этом пока что буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.